Авиакомпания «Алроса» получит субсидию на перевозки на внутренних авиалиниях. Более 94 миллионов рублей выделила Росавиация. Эта мера государственной поддержки позволит сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты. Напомним, к льготным категориям относятся граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщины свыше 55 лет, мужчины свыше 60 лет, многодетные граждане, инвалиды с детства второй или третьей группы, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие их лица. Также «Алроса» открыла продажу субсидированных перевозок для россиян, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа. Кроме «Алроса», еще две авиакомпании Якутии получат субсидию от «Росавиации». Это «Якутия» и «Полярные авиалинии».